Это, короче, новый пак шмоток от всех маек. Тут у нас кофта, сейчас посмотрим, видимо. Футболочка. А, продолжаем тестировать с вами все байки, что у них вообще есть. Ну, типа, давно хотел такую футболку из разряда Made in USSR с годом рождения, типа. Limited Edition. Понятно. Ой, мягкая какая. Это прям... Так, стоп. Так, стоп, что это? А, она просто здоровая. Просто огромная. Туда, куда мы едем, не нужны дороги. Сейчас померю. А это теплая осенняя куртка. Вот это... То, что это можно спринтом заказать, это вообще огонь. Помните тут начало того видоса, Live DVD Metallica, который они решили показать в кинотеатрах под видом фильма? Вот там был мужик, который залезал на машину и такой: «Металлика! Металлика!» Прям очень прикольно. Она еще такая прям серьезная. А внутри материал мягкий такой. Прям ху-ху. Кармашек тут есть. Я вам скажу. Особенно внешняя вот эта часть. То, что ее продувать не будет, это прям ништяк. Так, ну и теперь. Это какая-то прям, кстати, новый худик. Он мягкий и толстый прям. Такой. Он прям вообще огонь. То есть, знаете, бывают балахоны типа обычные, а этот типа зимний, что ли. Прям реально мягкий такой. Ух, прям вообще огонь. Не знаю, ну, ссылочку на все майки я вам оставлю в описании, на свой магазин, где мои шмотки, собственно. Там такое же можно заказать. Ну, это прям вообще атас. Давайте еще увидимся. Покедова.